Привет, мои хорошие, как вы там? Хочу поделиться радостью. Письмо пришло мне от моего любимого магазина скидок. Значит, вот это, смотри. Hello from Marshalls. Это как, знаете, по-нашему. Привет от всех маршалов. We love, они любят меня. Значит, мы просто хотели сказать, что думаем о тебе. Конечно, и любят, и думают. Еще бы, столько бабок вечно им оставляла. Надеемся, что у тебя все хорошо, и ты в безопасности. Я даже не проживайте. Секс всегда у нас безопасный, если бывает. Ну, сейчас не об этом. В настоящее время мы не принимаем онлайн-заказы. Ну, вот это лучше бы не писали, прям расстроили меня. Но наш сайт открыт для просмотра. О, сейчас побегу, что там просматривать сейчас буду. Ой, не могу. У меня, смотрите, есть и купон на $20. Жду не дождусь, когда вы откроете. Буду первой на пороге стоять. Все, побежала просматривать. Что вы там разрешаете просматривать и не даете купить?